Для очищения от солей из организма нужно нам взять 10 килограмм черной репки, выдавить сок и принимать по 30 миллиграмм 3 раза в день. Соблюдать диету, исключить сдобу, жирные блюда, мясо, крахмал, яйца, вареную еду. Она дает отложение солей. Для очищения от солей взять 5 грамм лавровых листьев, прокипятить 300 миллиграмм воды, залить в термос, настоять 4 часа, процедить и пить глотками в течение 12 часов. Курс 3 дня. Принимать на ночь ванну с отваром овсяной соломы или хвои с добавлением поваренной соли, по пачке соли на ванну. А днем принимать контрастные водные ванны. Через 3 дня комплексного лечения сделать перерыв на 1 неделю и повторить еще раз в течение 3 дней. Первый год делать очистку 1 раз в 3 месяца, затем 1 раз в год. Для выведения мочевой кислоты взять листья березы, толокнянку, кукурузные рыльца, череду в равных частях. 1 столовую ложку сбора настоить в 1 стакане кипятка и пить по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.